Вышли сейчас из отеля. Пойдем поищем парикмахерскую. Узнаем, сколько стричься стоит. И видите, как я выгляжу. Думаю, видно. Постригу сегодня, если найдем, где постригаться. Узнаем, какие цены сейчас. У нас в отеле мужская стрижка 10 евро стоит. Посмотрим, сколько можно найти в городе в самом. Только что заходили в одну парикмахерскую, не снял цены. Там на русском языке была надпись «парикмахерская». Зашел, там парни сидели, спросил. По-английски только говорят. В общем, 10 евро сказали, стоит подстричься, мужская прическа, меня подстричь. Вот здесь лимонное дерево, да, лимонов куча. Ну вот, смотрите, машины ставят. Здесь надо проходить, пытаться, ну, не пройти. Будем обходить. Здесь первая линия, это вот там сразу же пляж Клеопатры. Здесь идем задними дворами, проходим. Множество отелей здесь, всякое такое. Вот смотрите, без шлемов ездят. Наверное, у них так разрешено ездить на мопедах без шлемов. На самом деле мы сейчас ищем одну парикмахерскую. Я там стригся, когда был в предыдущий раз. Цена была хорошая и хорошо подстригли. Посмотрим, сколько сейчас там стоит. Там тогда стоило где-то 4 евро мне подстричься. Посмотрим, сколько сейчас стоит. Ну, видите, два места, отель и рядом с отелем 10 евро хотят за подстрижку. Посмотрим, сколько сейчас они делают цены. Надо будет поторговаться, может, немножко. Посмотрим. Вот это место, здесь заправка находится. Класс, или как-то так называется. И вот... вот в этой вот парикмахерской De Paris Coiffeur, или не знаю, как она читается, вот здесь мы стриглись тогда, насколько я помню. Сейчас узнаем, сколько здесь вот стоит. Это человек, который меня подстриг. Посмотрите, как моя прическа. What is your name? My name is Recep. 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 Nickname is Rico. Рико. Yeah. Он очень хорошо стрижет и 16 лет уже стрижет. Я покажу, как называется эта фирма. What is fir- De Paris Coiffeur. In Alanya Atatürk Street. Вот, это в Алании. Я покажу снаружи, De как Paris. Она выглядит. De Paris. Да, De Paris. Ага. Вот, так что приходите, подстригайтесь. Парень очень хорошо стрижет. Thank you. Спасибо. Пока-пока. Вот, меня подстригли. Я заплатил 8 евро за эту стрижку. Вы видели, De Paris, по-моему, называется. Ну, вот это вот снаружи я показывал. Так что я подстригся, все хорошо. И цена, в принципе, ну, на 2 евро дешевле, чем у нас бы в отеле я бы подстригся. Вот, ну, на этом я буду заканчивать это видео. Как вам моя прическа? Думаю, видно. Подстригу сегодня, может, со всех сторон. Я думаю, что очень замечательно. Все тогда, друзья. Пока.